Всем привет! Сегодня бы хотел сделать обзор программы Skype, некоторых функций и фишек в этой программе. Вот так вот сделаю посерединке, чтобы вы все видели. Вот тут вот смотрите, Skype, сетевой статус. Вот сейчас у меня сетевой статус в сети зелененьким горит. Если нажать статус вне сети, это будет означать, что я не на месте. Вот. Если нажать не беспокоить, то загорится такой красный значок. Это значит, что меня не нужно беспокоить. Или же можно сделать статус невидимый. Вот. Я как бы буду в сети, но меня будет не видно. Ну и статус не в сети. Вот. Сейчас я опять включаю статус в сети. Будет гореть такое зелененькое окошечко. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И я вам еще расскажу некоторые фишки, которые есть в программе Skype. Всем пока!